Приветствую вас. Я думаю, что ответить на ваш вопрос можно, скажем так, в несколько этапов. Первый этап будет касаться ответа на, собственно, вопрос, а именно, стоит ли человека мне поддержать. И ответ будет звучать так, что стоит, но при условии, если вы от него самого, от человека, то бишь, ничего не ждете. Если вы от человека ничего не ждете сами, или если вы можете сделать так, чтобы вы ничего не ждали от него, то в таком случае, да, можно его поддержать. Можно и нужно его поддержать. Но если по той или иной причине вы, условно говоря, не уверены в том, что вы хотите этого для него, а хотите для себя, в том числе, то вот в этом случае поддерживать человека, наверное, не стоит. Потому что он вашу поддержку может не оценить. Молодой человек может вашу поддержку не оценить. А вам будет болезненно. Вам будет больно. И я не думаю, что это хорошая история. Для вас, я имею в виду. Дальше. Следующий момент, который я хотел бы до вас донести. Это то, что вы ждете от молодого человека. Вы ждете от него, скажем так, первых шагов. И у меня вопрос, почему вы считаете, что молодой человек должен был первым сделать шаг к вам. Почему вы так считаете? С чем связана как раз таки вот эта ваша позиция такая, что он должен сделать первый шаг первый, а не я? То есть тут, на мой взгляд, здесь имеет место быть такая вот неуверенность, может быть, в себе, такие сомнения в себе, опять же. Вот. Если я, конечно, прав. Вот. И при наличии этого вам необходимо сперва разобраться с собой. Самой собой. Сперва. И уже только потом, когда и если вы разберетесь сами с собой, можно будет говорить о том,
как поступать по отношению к молодому человеку. Потому что ему сейчас, вероятно, ну, нужна помощь. Ему сейчас, вероятно, нужна поддержка. А вы, например, для себя чего-то хотите. Понимаете, штука какая? И получается, что молодой человек будет в опасности почувствовать от вас, ну, скажем так, эгоистичные нотки. Ничего в этом хорошего и позитивного для вас нет. И быть не может. Разрушить это ваши отношения еще больше, отдали. Вот. Знаете, с другой стороны, вот очень настораживает то, что молодой человек с вами, как вы сказали, заигрывает. Вот именно заигрывает. То есть я, конечно, не знаю. Вот. Но кто-то заигрывает, свидетельствует о том, что он серьезные это отношения ему, по-видимому, не то чтобы особо нужны. Вот. И если это так, действительно, то вам бы нужно поаккуратнее. Очень и очень поаккуратнее с ним себя вести. Такой вот ответ получается на ваш вопрос. Потому что, ну, опять же, не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря, вот, ну, говоря о том, что он заигрывает. Что вы в это вкладываете, да, вот, то, что кто-то с вами заигрывает. Такая вот история. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Спросите себя, в чем вы сомневаетесь. Ну вот конкретно вы, у вас вот есть, по факту у вас есть решение. Да, по факту. По факту у вас есть решение. Вот, вы в чем-то сомневаетесь. А вот, соответственно, вопрос заключается в том, в чем вы сомневаетесь. Вот, ну, можно задать вопрос еще более глубже. Например, почему вы выбираете мужчин на работе? То есть, по сути, вступаете в служебный роман. Если это вот просто случайность, и вам мужчина, ну просто вот понравился вам мужчина, да, то это одно дело. И совсем другое дело, если вы, к примеру, имеете опыт неудачных отношений, а 35 лет это, скорее всего, и этот опыт неудачных отношений вы сейчас можете как-то, ну, переносить как-то можете этот опыт. На эти отношения. Вот.
Понимаете? Какая штука. Поэтому я думаю, с такой можно дать вам ответ. Значит, я надеюсь, что у вас ситуация будет хорошей, надеюсь, что ситуация у вас будет адекватной, надеюсь, что вы разберетесь в себе, а я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.